Нашарсим Хешки, с вами Тамплиер. И это новая рубрика «Врыв Рилайфа», где вот эта рубрика, наверное, будет посвящена таким вот просто разговорным видосикам под какую-то тихую проникновенную музычку. Да, возможно, это откуда-то из Тырина. И ближайший плагиат, возможно, будет этому посвящен. Спойлер. Ну вот, кстати, вроде бы начинаешь на Ютубе пилить контент, делать по видео по 2 в день, плюс еще стримить, и тебе вот такое. Серьезно? Темп наоборот активизировался. Ну да. Никит как раз умеет смотреть свой. Именно, можно сказать, благодаря его комменту и благодаря его рубрике на канале «Поток сознания» у меня и появляется вот такая вот рубрика «Врыв Рилайфа». Реклама, ссылочка в описании. Да, кстати, ссылочка в описании реально будет. Нужно в ближайшее время развивать канал, но как? Как? Реакции многие забомбят, но многие новые придут. Я вообще считаю свой канал до сих пор чем-то ламповым, таким себе ламповым пристанищем Ютуба, где-то именно той нише, где можно просто отдохнуть, втыкнуть и поужинать, посмотреть этот видосик как телевизор, как я частенько это делаю. Ну вот, многие пишут свои игры. Мне еще вот реально отснять... Не, отснять-то я уже отснял Tactical Monsters. Сейчас нужно демонтировать 5-ю серию LDOE, которая будет последней скрим-звуком с микрофона планшета. Потом мне еще на очереди Ori and the Blind Forest. СК не хотелось бы забрасывать. Для себя пройти Селест еще. Наконец-то увидишь, что там после всех сторон С, что за... сценка. Ну, тоже мелочи, конечно. Вот думаю, стоит ли снимать World of Tanks Blitz. Мне они не сильно по душе, да и на канале не сильно заходят. Бесконечное лето. Чисто для себя. Хотелось бы снять, но оно уже снято настолько многими людьми и уже все заезжено, переезжено, все тематики. Уже все слишком-слишком забито. Вот, в принципе, такие дела. Еще как ближайшее, что я и на стриме говорил, будет рубрика «Плагиат». Это будет примерно что-то вроде... Я посмотрел какое-то видео, оно мне понравилось, я его переснимаю немного в своем стиле. Да, немного копируя стиль, подачу, главные тезисы. Возможно, подача будет чуть отличаться, но все же. В общем, посмотрим, что из этого выйдет. Главное, пишите свои комментарии. Кстати, вот этого выпуска спонсор. Это отрывок из комментария, прям как какого-то автора великого цитирую. Да че какого-то реально великого блогера. Хотел сказать летсплеера, но он вроде бы себя позиционировал как блогер. Теперь летсплеер, блогер. Ну, реакции, в принципе, это не летсплей, это больше блог. Ну, а помимо летсплеев, давай развивай разговорный контент. Хочется побольше общалок от тебя, ибо ты человек интересный, и хотелось бы от тебя каких-то историй. Не релайф-стори или что-нибудь типа того... В скобочках не выдуманные истории, возможно, будет что-нибудь типа того. Все возможно. Очень-очень все, очень много всего будет возможно в ближайшее время. Реально, и по идеям все-таки развития, смиритесь, народ. Реакции близко. Ну, пауза молчания вроде бы выдержал в траур. Ну, а на этом пока что все. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, рекомендуйте друзьям. Комментарии, кстати, это
один из главных стимулов ютуберу, вот именно относительно начинающему. Да, начинающий ютубер почти 18-ка. Да. Но набирать подписчиков нужно сейчас большими оборотами. Ну ладно, пока что на этом все. Ждите. А хотя, скорее всего, LDOE-шка 5 уже выйдет. И, наверное, это видео выйдет где-то вровень с Tactical Monsters. А потом уже будет Orient, The Blind Forest или SK. Как уж получится. А на этом пока что все. С вами был Тамплиер. Всем удачи, всем пока. И да, СК будет быстрее, чем Orient, The Blind Forest. До скорого!